Хиюшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть Dark Riddle 2, и в данный момент мы находимся возле дома соседа и будем выполнять его миссии, которые как раз-таки он нам дает, я не знаю, благодаря тому, что он делает там что-то дома, какие-то свои злодеяния, нам, разумеется, появляется работенка, и мы ее должны выполнить. Смотри, там еще какое-то место должно быть открыто, рано или поздно. Но, видимо, это открываются вот эти вот места уже с дополнениями, с DLC, которые будут выходить в данной игре. Так что всем приятного просмотра. Будем смотреть, что еще может там соседу какие подлянки сделать. Мы уже рассказали телевидению о том, что все-таки кто-то у соседа там, даже не кто-то, а что-то нечистое, связанное с инопланетянами. Так что, что мы там еще расскажем, пока что непонятно. Может быть, мы разузнаем все-таки, кто это такой сосед. И что это такая у него за роботизированная кукла в с внешностью этого соседа? Всем приятного просмотра. У тебя есть целых 3 секунды, чтобы поставить лайк. 1, 2, 3. И если ты успел, пиши в комментариях целых 4 слова, связанных с этим видео, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Так, ребят, мне нужно сейчас перезапустить миссию, потому что там все не работает. Вот, 5-я миссия. Там мы уже просто потеряли несколько звезд, получается. Смотри, нифига здесь прикольные всякие заставки. Показывают нам соседа. Там застрял где-то. Вот у нас опять та же самая заставочка. Здесь вода повсюду, здесь у него электричество. Ага, то есть эта фигня, получается, активирует воду. Окей, понял, принял. Где он, интересно, будет? Сед-то здесь? Так, нужно найти кусачки. Но я нашел кое-что получше. Я нашел катану. Но, к сожалению, она здесь не подходит. Я не знаю, где кусачки, ребят, но раньше они были где-то на втором этаже, если не ошибаюсь. Сосед! Соседус! Ты где? Ходим, ищем, свищем. Кусачки, вы где? Котик, не знаешь, где кусачки? Не знаешь, да? Вот и мы не знаем. Хотелось бы узнать, конечно. Где-то попрятал соседу кусачки. Здесь также остались эти вот потайные комнаты. Так понимаю, если мы найдем ракету, надо будет попробовать зайти туда. В эту комнату, может быть, именно здесь что-то спрятать. Смотри, что я нашел. Опачки. Забегаем. И кусаем. Устрой каток на кухне. Что мы должны сделать? Вода пошла. Мы должны открыть холодильник. Убеги домой! Ой. Тихо. Тихо, мистер сосед. Тихо, мистер сосед. Он недоволен! Он не понимает, что происходит. Такое же я видел в Томми и Джерри. Мы его заморозили, оказывается. Очень прикол. Да, в Томми и Джерри вроде бы такая же серия была, где Джерри также включил сначала вот эту вот фигню, а потом открыл холодильник. Мы получаем 1 кейс бесплатно! И что там будет, что там будет, что там будет? Синяя синева. Ребят, короче, здесь если вы скины убивали в первом Dark Riddle, то во втором Dark Riddle их не будет. Так, смотри, мы первые полностью прошли, у нас есть вторая миссия. И говорят, что скоро будут вот эти вот еще новые миссии, по 5 штук. Но пока что мы должны пройти корова, трактор и один большой НЛО. Так, вот они идут. А мы почему-то на 2 только прошли. А, ну, видимо, потому что я долго проходил, я долго проходил. Видишь, и каждые 5 миссий, каждые вот эти вот акты мне, видимо, дают... разумеется, кейс бесплатный. Я могу на 5 пройти, если бы я знал, где кусачки. Я могу перепройти, и получится 5. Ну, го, начнем с этого. Так. Начнем уже следующий акт. Так. Нифига себе, корова у тебя прикольная! Она с человеческими глазами. Она какая-то добрая. Забери вязанку сена где-то на высоте. Хм. Это, конечно, интересно, это. Описание того, где находится сено. Ну, ты где-то на высоте забери и все. Так, первую я взял.
вторую я взял. Если что, у меня, видите, карта не показывается. Знаете, почему она не показывается? Потому что... У меня... Игра считает, что у меня нет интернета. Да ё-моё. И что мне с сеном делать? Так, первый пришел. Второй пришел. А третий? А где я третий оставил? Вот оно. Пипец, я третий, оказывается, оставил, прикинь. Эй, по сути, пройти-то легко. Коровушка. Время кушать. Там, кстати, ствол. Вот ствол я возьму. Опа. Ну, наелась ты, что будет дальше? Я понял, что будет дальше. И что мы с этим должны сделать? Принести соседу под эту... А, нифига себе, мы должны гравипушку еще использовать, ты прикинь? Ну, давай. Ой. А как мы ее использовать должны? Она же не используется. На какую кнопку нажать, чтобы использовалась? Во! Почему до этого не использовалась? Так, хорошо, понесли, понесли, понесли. Должны соседу, видимо, под этот... Под дверь. Сделай соседу подставу. Ну, он сейчас откроет дверь, да? А там лепеха. И он такой, упс, и ногой случайно туда наступит. И чё? Подожди, а что мы должны сделать? Я не понимаю. Как я сделаю соседу подставу, если у нас не открывается ничего? Я понял, ребят. Здесь все работает через жопу, как говорится. Ворота не открываются, пока мы не возьмем и не выложим гравипушку. Так. Вот, пришло. По сути, я выполнил миссию быстрее, просто если бы она работала как надо. Ну что-то как-то жестко мы с соседом обходимся. Даже учитывая, что он инопланетянин. Ой, блин, бедняга. Ну окей, погнали дальше. Что здесь еще есть? На тракторе ездит комната, это что такое? Ну это да, этот, как называется, для сена, чтобы перемалывать, чтобы пшено только выходило. Не сено, а чтобы пшено получать. Не помню, комбайн это называется. Угони трактор, но здесь почему-то его назвали трактор. Ну, трактор так трактор. Я что, спорить буду с вами? Угоняем. Найди ключ зажигания. Ну, блин. Не одно, так другое, да, как говорится. Ну, смотрим, смотрим. Мне кажется, на втором этаже где-то должно быть, да, ключ зажигания. Почему? Потому что я так думаю. Ну, здесь нету. Значит, на третьем получается. Где он мог его оставить? Интересное кино. А может быть здесь, на этой вышке. Еще какая-то башня появилась теперь новая. А вон он стоит. Так, это что такое? Это поливайка какая-то. Мы должны будем заправить, видимо. Да, мы должны будем заправить бензином. Ну где в данный момент находится этот ключ зажигания, я не знаю. Наверное, на этом, наверху где-нибудь. Здесь нигде нету. Ну здесь может быть. Единственная комната, в которую я не заходил. И прикинь, реально, реально там. Погнали заправлять. Опачки! Пошло-поехало! А куда мы? Куда мы поехали-то? Просто кататься? А, вот что мы сделали! У него, видишь, вертолетная площадка там была. А мы взяли это в смайлик превратили. А никто не прилетает, потому что не понимают то, что это смайлик. Они ищут вертолетную площадку где-то там сверху, с небес. А там смайлик нарисован. Ну что, приземляйтесь на смайлик-то, что вам остается? Больше ничего не остается. Окей.
Опачки, здесь опять гонка, видимо, какая-то будет, потому что у меня 5 жизней всего лишь сейчас будет. Чё ты вышел? Чё ты вышел-то? А машина его собьет. Он же слышит ее. Ой-ой-ой! Там трактор, осторожно, сосед! Мы должны соседа сбивать, видимо. А мы-то что так дышим? Странно все это. Максимально странно. Или это ты дышишь, сосед? Ты что, сумасшедший? Почему ты дышишь моим голосом? Догони соседа, чтобы выиграть. Это без проблем. Так, люки нам не мешают, все нормально. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Скорость максимальная. Только я не знаю, где сосед сейчас. Так, я думал, там ускорение. А там ничего. Блин, замедление поймал. Блин, мы уже не успели. А как можно успеть, если... Я не понимаю, как 3 звезды можно сделать, если сосед настолько далеко от нас находится? Да в чем прикол? Кто вообще эту миссию делал? Как это работает? Он даже близко не рядом с нами. Он супер далеко от нас. Так какое должно было быть ускорение, чтобы я успел его догнать? При том, что я все бусты ускорения забирал. Понять бы? Так, так, так. Ну и чё? Сосед, хватит бегать. Жизни у меня еще максимальное количество. Но я его даже не вижу, его передо мной даже нету. Здесь нет какой-то кнопки ускорения, да? Ты просто можешь брать ускорение только находящееся на этом, на трассе. Больше других ускорений здесь нету. Может быть, он все ускорения забирает? Ты офигел, соседус? Соседус, ты офигел? Посмотри, как он бежит, это чит, ребят. Это чит, это по-любому чит. Он не должен так бежать. Че за бред? Ты посмотри, куда он убежал уже. У меня уже время кончилось, сосед. Ты уверен, что это так и должно быть? У нас времени нет. Все, закончилось. Это, а чё я должен был сделать? Чё от меня-то зависит? Главное, я виноват, видимо. Ну, плакай, конечно. Кто же еще виноват, как не я? Попробовать снова. Мне кажется, ребят, баг в этой миссии, потому что он не должен так бегать. Мы собрали все бусты ускоряющие. Давай скипаем тогда. Погнали. Все равно я его даже не вижу. Я понимаю, если бы я его видел, он был бы передо мной, мы бы его пытались здесь догнать. Здесь такого нету. Ой. Сбиваем уже по барабану. Уже по барабану, я думаю. Нифига себе, мы и эти сбили. А мы сильно играем. Мы иногда прям супер сильно ускоряемся, иногда как-то так, медленно-медленно. Я не знаю, от чего это зависит. Но мы здесь никак его не догоним. У него скорость явно превышает скорость света. А я здесь быстрее, чем скорость света, не могу ездить. Я так понимаю, это последняя миссия, в которую мы играем. Потому что как мы будем проходить-то? Кстати, коробки поменяли свое местоположение. То есть они не стоят на месте. Ой, не туда нажал. Может, мы должны наоборот на этот фигню? На люки вставать, вот эти вот газовые. А может, мы наоборот должны по центру ехать все время? Типа по дороге? Тогда мы будем быстрее ехать? Я не знаю. Не похоже, что мы едем быстрее, если честно. Мы на самом деле сейчас довольно-таки близко к нему находимся. Но этого все равно недостаточно, чтобы его догнать. Это недостаточно, ребят. Ладно, последний раз пробую. Если я сейчас не получится у меня ничего, то значит это невозможно. Значит просто-напросто игра сделана так, что ты не можешь пройти эту миссию. А где донат? Типа,
Скипнуть миссию за донат. Почему нет такого? Кстати, я урон не получил, все нормально. Сейчас нормально ускорились. Нормально. Может, я какой-то механики до сих пор не понял, но это навряд ли на самом деле. Потому что здесь все довольно-таки просто и легко. А чё я? А куда я здесь должен пойти? У меня два пути. Вправо и влево. Точнее, вправо, по центру и влево. И куда? Там и там и там я получаю урон. То есть вот эта штука мне ничего не делает, получается? Я могу на нее вставать? Не париться. Но мы не догоним его, ребят. Мы не догоним все равно. Я не понимаю, как можно это сделать на 3 звезды. Если я на 0 звезд, у меня даже не получается это сделать. Неужели такой плохой трактор? Посмотри. Ускорения вообще не было сейчас. А где ускорение? О, сейчас было ускорение. То есть мне нужно как-то подряд их брать? Я не понимаю. Сосед, остановись! Арре, хоро бегать от нас. У нас 30 секунд осталось. Шансы есть, минимальные, но есть. 20 секунд. Только не бери ускорение, пожалуйста. Он берет мои ускорения, гад! Говнюк какой, а? Ага, попался, да? Еееее, мы сделали это! Но это было вообще невозможно почти. Вы видели сами, как это работает. Все! Скушали его. И сделали из него блок сена. Я не знаю, как это сделана миссия. Может быть, она у меня так сломанная какая-то. Но, по-моему, пройти ее невозможно было. Это просто мне повезло каким-то волшебным образом. Он с инопланетянами разговаривает по телефону, да? А, он договаривается, какую тарелку взять. Вот это вообще крутая какая-то, да? Похитить всех на такой крутой инопланетной тарелке. Найдите датчик у Брэнси в доме. Окей, датчик у Брэнси. Вот он. Пресс. 3, 2, 1. А, мне нужно по центру сделать или что? Я не понимаю, что мне нужно сделать. В смысле здание провалено? А что мне нужно было сделать-то? Задание провалено. А что сделать я должен был? Никто мне не сказал. Я ничего не понял. Окей, попытка номер 2. О, сосед заметил меня. Меня не существует здесь, тебе показалось. Ну тебе показалось, отстань. Ну показалось тебе, показалось. Сумасшедший, блин. Полицмен. Разберитесь уже с этим сумасшедшим. Ну и что я должен сделать? А, я должен был перенажимать, что ли? Я понял. Да это было легко, на самом деле. Но это просто мне никто не объяснил, что я должен сделать. Найди датчик у Питера в доме. Я его тебя не заметил. Сосед, не трогай. Это у другого. Бежим, 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 бежим. Нашел. Надеюсь, он не бегает в этот момент. Так. Инопланетяне, видишь, они все должны узнать, где живут определенные жители. Но вместо этого я просто посылаю им сигнал, что жители живут именно там, где сосед живет. То есть я обманываю. Сосед меня потерял. Тяк-тяк-тяк. Пускай инопланетяне тебя атакуют. Я так понимаю, они не будут там никого воровать, они должны атаковать именно. Будет какой-то выстрел из космоса по всем этим целям. Дао Цао. Погнали к нему.
Погнали. Вперед! Легко, легко слишком. Ой, соседу не подозоровится. Он придет домой, наверное, офигеет того, сколько в него выстрелов прилетело. А все, что ли? Так, он смотрит, наблюдает такой. Так, ага, там будет первая цель. Хи-хи-хи-хи. Ой. А цель-то была здесь. Вы должны стрелять по этим чувакам. Нет, говорит, вы должны сюда стрелять. И, а, не, он все-таки похищает, все-таки похищает, ребят. И соседа похитили и полетели. Блин, прикольная тарелка, кстати. Интересная. Нам, получается, где-то осталась еще одна миссия, потому что там по 5 миссий идет в одной главе. Ну-ка. Хочет торт какой-то инопланетный. И мороженое. А губа-то не треснет? А, это не мороженое, это торт со свечами. Окей. А мы должны, видимо, купить какие-то петарды и заменить вот эти вот свечи на петарды. Посмотрим сейчас. Можно ли это сделать вообще? Найди первую петарду. Ну да, у ЦАО должны быть петарды обычно. Ну, по крайней мере, раньше были они у него. Опачки, что я вижу? Петарду. У мистера Брэнси все найдется. Тоже все найдется. А что у тебя найдется, мистер Брэнси? Что у тебя найдется, мистер Брэнси? Объясни мне. Что именно должно у тебя найтись, мистер Брэнси? Понять бы. Нифига себе, мужик здесь. Мистер Мид какой-то, прячься. Ну это почти как мистер Мид, бутчер. Я не знаю, что правда у него найдется. Что у тебя найдется, мистер Брэнси? Меня обманули, походу. Нет у тебя ничего. У тебя ничего не найдется, да? Смотри! У мистера Брэнси все найдется! Что это за фраза? Что мне нужно делать? Понять бы. Мистер Брэнси, вот он я! Что у тебя найдется? Скажи мне, объясни. Мне в тебя кинуть коробкой? Ему не нравится. А что тебе нравится? Если у тебя все найдется, что я могу у тебя искать? Давай мне PlayStation 5. У тебя она найдется? Где она? А вот петарда, лол. А что я это туплю? А что я туплю тогда? Ну ладно, натупили и хватит. Это какая-то штука, видишь? Что нам нужно найти? Петарда где-то на территории соседа. То есть, а, я, видишь, вот все найдется. Вот и не могли написать у мистера Брэнси петарда? Не, так сложно писать. Писать, что у мистера Брэнси петарда, это гораздо сложнее, чем написать, что у него все найдется. Так, на территории соседа. Мне кажется, либо здесь, да? Давай посмотрим. Да, реально здесь, прикинь. Все, подмени свечку на петарду. Побежали, побежали, побежали. Он там тупит пока что. Мы успеем добежать и все поменять. Наблюдай бинокль. А бинокль где? А где бинокль? Я не знаю же, где бинокль. Вон бинокль. Там бинокля не было, вы чё? Это как так вообще телепортация происходит? Могли бы вы в другое место поставить вот этот бинокль изначально? Я же заходил сюда, здесь не было никакого бинокля. Окей. Он ничего еще не подозревает. Напевает песенки инопланетные. Лол. Все как обычно. Еще один кейс получаем бесплатно. Рыжего мы убиваем соседуса. И все. Вот и все, ребята. Вот и все. Это все миссии, которые сейчас есть. Понимаю, потом будут еще. Разработчик сказал то, что постарается делать по 5 миссий в месяц, как я понял. Может быть, даже больше. Так что просто ожидаем. Просто ожидаем, что там будет интересного и нового. Это была игра Dark Riddle 2. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписывать паблик ВКонтакте, ссылка в описании и в шапке канала. И всем добра.